Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о таком инструменте, как вакуумный оловоотсос. Это незаменимый инструмент, когда речь заходит о демонтаже компонентов с печатной платы. Оловоотсос представляет из себя камеру, в которой находится поршень с пружиной. С одной стороны камеры находится стойкое к высокой температуре сопло, с другой шток взвода поршня и кнопка спуска. При нажатии на кнопку спуска поршень выталкивается при помощи пружины, и под действием разрежения разогретый припой попадает внутрь камеры. Ну и сейчас покажу инструмент в действии. Есть у меня такая светодиодная панель, на которой перегорели почти все светодиоды. И стоит задача заменить светодиоды на новые. Контакты пайки находятся довольно близко, и удалить испорченные компоненты не составило никакого труда. Но после извлечения компонента все контакты забиты остатками припоя. С этой задачей можно справиться довольно быстро, если воспользоваться оловоотсосом. Нажимаем на шток, поршень взводится. Далее выбираем участок, который необходимо очистить. Разогреваем припой при помощи паяльника. Подводим оловоотсос и нажимаем кнопку. И как видим, отверстия очищаются довольно быстро. И готовы для установки новых компонентов. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем удачи!